Всем привет! Сегодня поспорил с парнем, что он полторашку выпьет залпом, а я ему дам 150 рублей. Так что вот сейчас посмотрим. Вот беру вот такое пиво. Видите, вот пиво запечатано. Так, цена 74 рубля. Слабоалкогольное. Так, это что такое-то? Медовуха. Так, светлый объем, 1,5 литра. Так, что-то не то. Так, какой же он? Вот, Жигулевская. 4,5. Подешевле, то неохота ему так и так. Вот, Жигулевская. Вот крышка запечатана. Сейчас на кассе отобью. И потом включусь, покажу вам, что это полторашка. Если он выпьет залпом, 150 рублей ему даю. Можно заодно спросить, а вы... Все, иду. Он сидит у меня на работе. Пивко. Ну все, вот я. Вот 150 рублей, да, как мы с тобой договаривались? Поздоровайся. Скажи привет, привет. Всем скажи. Ну да, говори. Всем привет, скажи. Всем привет. Мы с тобой что поспорили-то, что ты залпом выпиваешь полторашку, да? Да. Вот 150 рублей сразу же твои. Вот ложу сюда. Если только допьешь залпом. Все, пиво вышелкну. Ну что, соберись нормально, чтобы тебе выпить. А то просто напьешься, получается. Расстегнись. Выпивал хоть нет такую? Прохладно. Прохладненько? Ну, ты соберись, тут у тебя только один раз будет. Давай. Сейчас. Ты что, снимаешь? Ну, и так. И так пока паузу сделаешь. Да, я паузу сделал. Ты как соберешь, скажешь, я нажму. Ну, пока нажми на паузу. Ну, я говорю, на паузу пока нажал. Ты ее не пей, а то у тебя, блядь, не зайдет. Ну что, готов? Замутил же ты с этого, начал. А что ты, блядь, тебе выпьешь и 150 рублей? Хули ты? Сам же, блядь, захотел. Ну все, давай, поехали. Пук. Давай. Не торопись, самое главное, не торопись. Я не на время тебе. Спокойно выпивай. Не торопись только, а то не хватит у тебя дыхания. Не торопись, можешь немножко носом дышать, что-то останавливаться. Я, в смысле, только бутылку не опрокидывай. Вот уже. Отдышись. И опять. Не торопись. Тут времени не надо. Носом выдыхаешь, чтобы это газы-то. Просто не доставай ее изо рта, и все. Сейчас, смотри, я там закрою. Просто давай минут через 5 погуляешь от тебя. Вот уже больше половинки выпил. Вообще красавец. Че, газы? Ничего. Да выдыхай нормально газом. Что ты? Давай им послабление. До хера, наверное, да, полторашку сказал? Насилишь? Я думаю, блядь. Блять, у тебя нам осталось уже 1/3, нахуй. Вообще красавчик, пускай посмотрят, что действительно ты выпивает. Ну вот, видите, уже осталось газы, я понимаю, пиво только вскрыли, надо было немножко потребить. Только самое главное, говорю, не отрывай, а то, блин, оторвешь и все, и 150 рублей у меня останутся. Давай, молодец. Соберись и допей, потом жгнешь в нее нахуй бутылку, блядь.
Только самого, чтобы пустую показать надо было. Там уже пиздец остался. Вообще деха. Сколько? Ну вот, вот столько уже осталось на этом. Ну, меньше. Да, ну вот, получается, вот. Столько. Вот если просто выдохнешь, ебанешь, мне кажется, залпом просто ебанул и все нахуй. Че, губы-то можно шевелить? Ну, губами-то шевели, конечно, просто ты это изо рта не затвари ее же, блядь. Я понял, чтобы сюжет-то был правильный. Ну давай еще с одним разом и все, что, блядь, тянуть время, уже 5 минут прошло, блядь. А к тебе что, по да времени? Да не, мне не по времени, я просто тебе говорю, Нет, что... а вот у тебя длится-то сколько будет? Так же и будет все будет как-то вот есть, так и будет у меня длиться. Надо было немножко пшикнуть все равно, а потом снова открывать, как бы якобы, а потом с тобой так сообразили, но нам бы проще было. Ну ладно, что, давай допивай самое главное, допей, и все, и там... Давай, вот уже, блядь, там уже пиздец у тебя. Чтоб вообще все допил, покажешь сразу. Потому что, видишь, непрерывная съемка. Там все дыха осталось у меня. Ты же сам чувствуешь. Все нормально. Давно так пиво не пил, наверное, много раз. Да? Заебись и что? Звезды не было такого. Ну, людям понравится, что-нибудь придумаем с тобой, если еще захочешь. На спорт что не поспорим. Ты, я говорю, парень, ты видишь, вольный. На спорт ты можешь и полторашечку выпить. Только, конечно... Я еще желудок-то не сильно полный-то. Пустой-то. Ну все, давай, я себя допиваю, я уже там все, и, блядь, все, и... Ну все, давай последнее, это я подойду, пока показываю, что у тебя все заканчивается уже. Полторашечка. Ну давай. Давай. А, красавец. Все. Видите, полторашечка закончена. Смотрите. Опа. Все. Как договорились, все по-честному. 150 рублей. Все. Все довольны? Все. Все. Ну все, говори пока. Если скажи, понравится, скажи еще что-нибудь, нас поспорю. Человек. Все, Дима ушел, так что вот так вот, 150 рублей заработал, а то он достал, просит 150, я говорю, давай, наспор, выпил. Ну, если, ребята, вам понравилось, пишите в комментариях, мы, может, еще что-нибудь с ним замутим. Ну, все, а так, пока-пока всем.